бескрайняя, могучая, родная Россия, мать великих городов. Все лучшее в себе объединяя, хранит традиции для будущих веков. Народных промыслов бесценное наследие, и ратный подвиг, и научный труд. События наших дней через столетия историей потомки назовут. Строкой короткой или очерком душевным, все скрытое и все, что на глазах, впечатано в бумагу ежедневно, как отражение на газетных полосах. Десятки лет ведется летопись России, и эта миссия основана на том, что трудятся, объединив усилия, печати мастера и Соликамск-Бумпром.